Друзья, доброго здравия! С вами Майтрей Шевченко, Александр и Академия Счастья. Сегодня поговорим о потоковом состоянии, о состоянии счастья и любви. Есть много советов на эту тему, как быть счастливым. Но сейчас совершенно о другом. Что такое счастье? Это сейчас, момент настоящего времени. И чтобы быть счастливым, нужно просто убрать те вещи, которые выводят вас из состояния счастья. А это мысли, суждения, различные решения, страхи. Все то, что уводит вас из момента. И чтобы их убрать, необходимо пройти через них, воспроизвести их как есть. И тогда они уйдут. А сделать это можно в сессии аудитинга. Когда человек понимает, что с ним произошло, воспроизводит это, то это уходит и больше не волнует его. Чтобы пройти сессию и получить бесплатную консультацию, напишите в личные сообщения. Счастья и осознанности, друзья!